Я-то вообще-то не планировал ехать на эту гонку, и в моем гоночном календаре на этот год она даже не стоит. Не значит, потому что она мне не нравится. Даже очень нравится, но так получилось. Решил отдохнуть, думал я. Но цикл сбился. Женщины хорошо знают, когда цикл сбивается. Ой, вообще все не так вообще. И вот я собрал чемодан и утром... Вот я нахожусь здесь, в городе Грозный, на автодроме «Крепость Грозная», где непосредственно вот здесь ничего не будет происходить, но здесь дислоцируется, вот здесь вот дислоцируется на этих трибунах, по трибунном помещении, традиционное соревнование «Альфа-рейс». Гонка на квадроциклах и мотоциклах. В ближайшие 3 дня мы будем ездить по окрестностям и поднимать пыль, как сказал Сергей Таланцев. Естественно, все очень сухо, даже несмотря на то, что ночью проходили такие страшные ливни. Все подсыхает, гонка будет сухая и пыльная. Сегодня у нас был такой небольшой тест. Ну, как небольшой, приехала половина команд. Вообще, видите, здесь вот довольно пустовато, просто еще часть находится на тестах, а вторая часть еще в принципе не приехала. Поэтому здесь так пока пустоватенько и довольно тихо. Завтра у нас административно-технические проверки, торжественный старт в центре города и небольшой пролог. А послезавтра уже такая полноценная гонка. Ну а в данный момент я нахожусь в окрестностях Грозного, где проходят тесты. Небольшой спецучасток придуман. Кстати, здесь же рядышком будет проходить и пролог завтра. На старт выйдет по списку, по-моему, 30 экипажей. Плюс-минус, как обычно. Обещали сегодня дожди, типа по прогнозу весь день, но ни капельки не выпало. Вообще жарко, душно, пыльно и... Как говорит Сергей Таланцев, если поймаем его, он расскажет про спецучастки. Гонка будет в целом сухая, несмотря на то, что проходили ливни. Только вот нижний пластик чуть порезан и все. Ну это, Леш, не то, что раньше, помнишь, эти вот такие дыры, блин, дыряк, дыри, блин. Машину уже продать практически. Нереально. Нереально, то есть после вот этих покатушек. Прекрасно. На первых двух кругах вообще не понимал, что это за машинка, как она едет, куда она едет, кто я, где я. Ну, сейчас уже все хорошо. На крайних двух кругах начало появляться понимание, что с ней делать вообще. Это вообще первый выезд? Это, ну, на спортивном каркасе, да, первый выезд. До этого просто покатался так по полям, по лесочкам один разок, 200 километров накатал. Ну как вот ощущение это в принципе от такой машины, такой подвески? Ощущение, ну пока неоднозначно. Четырехместная все же длинная, чуть-чуть покомфортнее. Но это, естественно, намного динамичнее. По итогу, я думаю, что это должна поинтереснее.